безопасно приближаться как-то. Вот кадры, снятые очевидцами, они не могли понять, почему раз за разом слышны звуки взрывов и что именно загорелось. Только что, время 10:25, были взрывы, моментально скорая пожарная выехала туда. Взрывов 6-7 прогремело, горит заправка. Твою мать. В дежурную часть МЧС информация о пожаре поступила в 22:19. Одна за одной к месту возгорания стали подъезжать пожарные машины, патрульные авто полиции и медики. Я уже сбился. 14-я, да? 14-я уже. Огонь охватил 6 машин, пока одни пожарные сбивали пламя. Другие разбирали деформированные от высокой температуры борта у прицепов. Они мешали проливке очага возгорания. В итоге огонь уничтожил 4 самосвала 2023 года выпуска и 2 фуры 2013 года. Приблизительный ущерб 50 миллионов рублей. По данным нашего источника, предполагаемая причина пожара – неисправность в холодильной установке одной из фур. Впрочем, до сих пор не исключается и поджог. Сергей Пичугин, место происшествия.